быть не могут. Сегодня в житиях, я жития начитывал, знаю, ни одного видения такого уже не было. Просто их нету. А видение такое, иди дальше в лес. И нашли его, обнаружил один охотник, он идет еще дальше. Корешками питается. Конечно, герои, но не по Евангелию. Бог будет судить по Евангелию, а живем не по Евангелию. Как так? Монастыри – это оплот православия. Какого? Я вопрос ставлю. Если оплот, пусть будет. Какого православия, которое Бог дал веру евангельскую, или православие, которое вы день и ночь его взращивали, которое не имеет обоснования на страницах Библии? Что именно? Я на каждом стихе буду ставить вопрос за вопросом, который они не ответят. Или ответят так, как надо, как я отвечаю. Другого ответа просто не существует.